Тем временем мы изготовили передний бампер, и вес у него получился 1,5 килограмма. Вес увеличился по отношению заднего бампера за счет использования вот этого сотового материала, который мы хотели увеличить жесткость на гуляние вот этих краев, но это не получилось у нас сделать, а весы добавили. Ну ничего страшного, здесь обрежутся края, это еще не обрезанная деталь. И будет он где-то 1,3 по нашим расчетам предварительно. Сейчас спереди покажу, как выглядит. Вот итоговый результат. Была проделана работа над ошибками с прошлого бампера. Теперь больше нет на краях никаких воздушных капелек. Это у нас разделитель. Он водой смоется. Вот все ребра четенькие. Все классно. Глянцево, офигенно. Как-то так. И вот смола побежала.